встретила новинку. Я пришла в магазин возле дома. Это пиво производится в Краснодарском крае, Афипское. Здесь три вида: Афипское, белое, пшеничное и достояние 90. Но самое интересное — это пробочка. Вот она, никогда такую не видела. Ну, немного симпатичная, хотя жаль, что иностранный язык. Лучше бы написали по-русски, Афипское. Было бы прикольнее. Я думаю, такую купить одну в коллекцию. И возьму самую бюджетную, поскольку пиво я не пью. 50 рублей стоит это достояние. Белая пробка, золотая юбка на ней. Этикетка очень крупная, цельная. Это стикер. Может быть, даже оставлю этикетку. Я всегда снимаю этикетку. Ура! Новая пробочка будет в коллекции. АВС Групп. Будем надеяться, что пробки тоже появятся разные на Афипском пиве. Афипское — это село, либо населенный пункт, есть в Краснодарском крае, недалеко от города Краснодар. ПГТ Афипский, да, ПГТ — это поселок городского типа. Это недалеко от Краснодара, некрупный производитель. Пиво это я еще не пробовала, пробки такой у меня нет. Но я рада, что ее нашла возле магазине возле дома. Будет новинка. Кстати, рядом стоит Новороссийская. Тоже пробка обновилась. Изменилась форма собственности. ПАО «Пино Новороссийск». На новороссийских пробках всегда есть дата. Здесь 26 ноября. И уже указывается ПАО. Я видела в магазине «Окей» по 57 рублей это пиво. А здесь 68. Но я пока не купила. Это не редкое пиво. Может быть, потом приобрету эту пробку. Только что купила эту новинку, Афипское, и иду в Магнит. Короче, и вот здесь, возле дома, котяра, иди сюда, мои глазищи у тебя. И я нашла эту новиночку, пробку. Но если бы я знала, что я ее найду, я бы не покупала. Мне одной достаточно, но будет вторая, круто. Значит, в этом магазине возле дома продают. И можно иногда найти рядом. Надо будет днем здесь поискать. Сейчас очень поздно. Ничего не найдешь. Ну и глаза у тебя, КТ. Покупаю новинку, новую пробку в коллекцию. Ипатово. Вот такую пробку я встретила, у меня ее не было. Производитель из Ставропольского края. Одноименный населенный пункт, есть Ипатово. Это пиво стоит 69 рублей. Прикольная, очень красивая пробочка. У меня есть другие пробки Ипатово в коллекции тоже. Белая, в частности, я ее находила 2 года назад в Краснодаре. И сейчас кто-то приобрету, посмотрю еще другие новинки, которые есть. Тоже новая пробочка, волковская, классная, но я ее нашла на пляже, мне повезло, покупать не пришлось. И мне понравилась вот эта новинка. Hammer Mill Brewery. Алкоголь 6%. Производится город Балашиха. Бутлегер производитель. Интересно, никогда не встречала. Недавно, кстати, я встретила пробку Guinness. Черную, новую. Похож дизайн на эту железную бутылку. Но я больше ее встретить не могу. В тот раз не купила. Стоил этот Гиннес. Новая пробка 150 рублей. Покупаю новинку. Вот такая новая пробочка мне встретилась. Обширонский. Она обновилась. Рядом нет старого дизайна пробки, поэтому вместе не сравнить. Но она изменилась немножко. Здесь два вида пива. Светлое и авторское. Но поскольку я коллекционирую только пробки, я куплю самое бюджетное, светлое, 43 рубля. Очень круто. Это пиво. Дата производства 1 декабря. Сегодня 8 декабря. То есть совсем новые пробки. Совсем недавно они вышли на бутылках. Возьму пока одну, как новинку. И, скорее всего, потом пробки уже будут не такие редкие. А те предыдущие пробки прошлого дизайна, наоборот, со временем станут редкими.
Найдите отличия. Вот так обновилась пробка. Слева новинка, которую я сегодня купила в семейном магните за 43 рубля в Широнский. Появилась черная окружность, изменился цвет, дизайн. И вот предыдущая пробочка, она немного поцарапана, я ее находила на улочке. Но, конечно, такая в коллекции у меня тоже есть. Дядька с топором. Очень интересно. У меня есть пара пробок старого дизайна в обмене. И одна в коллекции. Эта пробка тоже не очень частая, хотя сейчас я живу в Краснодаре. Даже в магазинах Обширонские продается редко. И вот эта новинка очень красивая, интересная. Я поспешила ее купить на бутылке. Хотя обычно я стараюсь новинки обменять, либо найти на улочке. Новинки в коллекцию за последнее время. Сейчас, в ноябре 2020 года, вот эти три пробочки, они не пивные. Хадыжинская вода, это минеральная вода, и вот это лимонады. По 29 рублей я купила. И горячий ключ по 22 рубля всего лишь. Вот такая красивая пробка от минеральной воды. И вот эти четыре пробки, они пивные. Ипатово, ASB Group, это афипское пиво. Новинка обширонская, обновилась пробка. И кедр Вуды. Давно такую искала, наконец-то встретила. Новые пробки. Эти все пробочки в коллекцию с бутылок, с напитков. И несколько пробок есть. Обновление в коллекцию. Это находки с улицы. Эти пробочки появились в моей коллекции. Я их нашла на улице. Вчера вот нашла вот такую Крайсберг. Новую, интересную, рядом с магазином. Таркас, две разновидности, но это пиво часто продают, их очень много, в разных вкусах. И вот такую пробку от Варницы с короной, тоже нашла на улице. И две иностранные, Швепс и Шефлер, во дворе дома. Очень интересные пробки, редкие. Швепс я вообще никогда не находила, она немного ржавая, долго лежала на улице. Но все равно это так приятно, пополнение в коллекцию, как находки с улицы. Те пробки, которые я нашла на улице в Краснодаре, я снимала поиски. И ссылку на видео оставлю в описании. Посмотрите, кому интересно. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. До новых встреч.